честь конной династии Токовых. Очень резвый прием. Вперед выходит Геленгем. Геленгем повел скачку. На втором месте Мишель Пейн. И тут же Архангель. На четвертом месте Темпл Мастер. Далее по бровке первый номер Улет. И остальные очень кучно. Леди Куин замыкает. По противоположной прямой. Вперед выходит Архангельск. Тут же рядом с ним Леди Куин и Темпл Мастер. Втроем лидируют. На четвертое место выходит Джетбой. Лошади в повороте. И скачку ведет Архангельск. Тут же Мишель Пейн и Темпл Мастер. Втроем они лидируют. Далее Джетбой. Остальные очень-очень кусточно. И тут же Темпл Мастер полевой стороной вывозит Мирзабека в лидеры. Архангельск тут же рядом с ним по бровке. На третьем месте между ними Мишель Пейн. И далее бросок делает Джетбой. Сейчас будет выход на финишную прямую. Темпл Мастер лидирует. Темпл Мастер первым выходит на финишную прямую под седлом Мирзабека. Рядом с ним тут же по бровке Архангельск. И полевой стороной тут же к ним подъезжает Джетбой. По финишной прямой лидирует Темпл Мастер. Темпл Мастер под седлом Мирзабека лидирует по финишной прямой. И на втором месте Джетбой. Далее кучно. Впереди Темпл Мастер на последних метрах дистанции. Темпл Мастер приближается к финишу. Призе в честь конной династии Токов. И Темпл Мастер первым. Джетбой вторым. И на третье место вышел кто у нас? Шулер, да.